Кубок Крыма по парусному спорту на призы командующего военно-морскими силами Вооруженных сил Украины – один из главных стартов спортивного сезона среди крейсерских яхт. В этом году регата проводится уже в 20-й раз с участием 21 яхты из 4 городов. В парусной регате приняли участие и яхтсмены Черноморского флота Российской Федерации. В каком классе яхты вы выступаете? Мы участвуем в третьей подгруппе крейсерских яхт, класс «Конрад-25». Это яхты, которые, самые быстрые. Напутствовали яхтсменов и проводили в путь руководители городской государственной администрации, городского совета, военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Черноморского флота Российской Федерации и, конечно, спонсоры. Судейство регаты особенное, так как необходимо присутствие арбитров в течение всех гонок на воде. А в чем интересно отличие вот этих многодневных гонок в олимпийских классах судов от крейсерских? Очень интересно то, что гонки проводятся на большой дистанции, на длинных переходах, бывают ночные переходы, и погода меняется буквально час-полтора-два, может быть, сильный ветер, потом переходит в слабый ветер, может быть, дождь, может не быть дождя, может жара, это накладывает свои отпечатки на соревнования, и становится очень интересно. Если в день старта была безветренная погода, то в остальные дни шквалистый ветер, дождь. Для яхтсменов это не помеха. Мы проведем итоги Кубка Украины по парусному спорту в наших информационных выпусках. Владимир Милянский, Олег Савченко, Виктор Кислицын. Программа «Наше время».